Замечательное мясо у нас получилось, наш рулет. Его можно охладить, кушать холодным, можно горячим, как хотите. Можно не стыдно подать к праздничному столу. Ну, давайте попробуем, разрежем кусочек, посмотрим. Хочется вам показать, какое оно внутри у меня получилось. Не будем ждать его, когда оно остынет. Посмотрите, какое оно великолепное в разрезе. Смотрите, какой чудный, красивый получился рулет у нас. Сейчас я в веревочке. Вы гляньте, какая красота. Аромат неимоверный. Ну что, попробуем, что ли? Ну, когда оно будет остывшее, оно, конечно, все это скрепится. Но мне не терпится попробовать, что у нас получилось. Текут слюньки. Очень вкусно. Правда, горячо. Все хватает. Рулет необыкновенный получился. Когда он остынет, его можно будет красиво нарезать на завтрак. Не стыдно подать к праздничному столу, к новогоднему, скоро Новый год. Так что берите на заметку, готовьте. Я к Новому году выставим блюда, какие можно приготовить к праздничному столу. Недорогие и красивые. Так что следите за выпусками. Увидимся на канале Соль и Перчик. Берегите себя, берегите своих друзей, семьи, знакомых. До новой встречи на канале Соль и Перчик. Пока-пока.